Orada da. Burada da olacak. Burada da olacak. Burada da olacak. Burada da olacak. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Selamat eder. Меня интересует цель вашего приезда и будет ли способствовать ваш приезд гражданскому согласию в Азербайджане? По-моему, такой вопрос задавали мне, я еще могу еще раз ответить. Цель приезда, ну, здесь обстановка в Азербайджане сейчас сложная, события в Гяндже, кровавые произошли. Ну, президент Азербайджана Абхазия Чебей обратился ко мне с просьбой, чтобы я прибыл в Баку. Для того, чтобы, может быть, обсудить сложившееся положение, посоветоваться. Я принял это приглашение и прибыл. А что касается, будет ли способствовать мой приезд или мое какое-то участие в установлении гражданского мира, я думаю, что я постараюсь внести свой вклад. Я, конечно, не претендую на то, что я что-то могу сделать больше, ну, чем возможно. Но я внесу свой вклад в это дело. Еще один вопрос. Как вы расцениваете события в Гяндже? События в Гяндже? Ну что, события в Гяндже чрезвычайно тяжелые. Случай произошел там. Пролита кровь. Погибли люди. Причем, как стало известно, я, основываясь на заключении комиссии, которая вчера была оглашена по телевидению, погибли невинные люди. Это чрезвычайно тяжелый случай. И я считаю, что этот случай должен получить и политическую, и правовую оценку. И все зачинщики, организаторы этого кровавого преступления должны быть привлечены к ответственности, независимо от должностного положения, кто бы это ни был, кого бы ни касалось.
Thank you.